Давай почитаем! Да! Ой, что здесь происходит? Опускай! Привет, Дизи! Мы на стройке. Это высокий, сильный башенный кран. Он опускает синий кубик. Какая буква на этом кубике? Я. Я. Работаем дальше. Нужны еще кубики. Подожди, строитель. Сначала нужно положить фундамент. Вот такие разноцветные квадраты. Я понял. Мне пора на работу. Спасибо, водитель бетономешалки. Водитель привезет нам цемент в этом барабане. Подъезжай, подъезжай, ближе. Стоп! Почти готово. Оп! Отходите! Выливаю бетон! У нас все получится! Теперь есть место для кубиков. 1, 2, 3, 4, 5. Нам нужно 5 кубиков! 5! 1 кубик я привез! Молодец, эвакуатор! Это кубик с буквой Е. Опускаем опоры и разворачиваем стрелу. Опускай! Опускаем. Оп, хорошо работаем. Но нужны еще кубики. Я поищу. Дизи, не забудь, нам нужны кубики с буквами. Поняла. Кубики с буквами, кубики с буквами. Нашла букву М в бассейне с шариками. Молодец! Дизи, молодец! И мы с тобой поищем буквы. Я нашла... Я нашла П. У нас получилось слово. Давай почитаем. Суп. А, суп, суп, вкусный суп.
Отлично! Теперь нужно увести все кубики на стройку. Кто нам поможет? Кто поможет? Кто поможет? Кто поможет? Автобус! Это автовоз. Обычно он возит маленькие машинки. Но если мы его попросим правильно перевести наши кубики, думаю, он согласится. Правильно попросим? Да, нужно сказать: автовоз, пожалуйста, помоги нам отвезти кубики на стройку. Автовоз, пожалуйста, помоги нам отвезти кубики на стройку. С удовольствием. Давай уберем машинки с верхней платформы на нижние. А желтая машинка поедет впереди. Вставай! Вот так! Автовоз, подъезжай! Ой! Суп на месте! Ставлю кубик! Едем! И нам пора бежать на стройку! Ура! Ура! Приехали! Стоп! Ставим ее на место. Смотри, у нас получилось два слова. Я ем. Я ем. Несу суп. Ставлю кубики на фундамент. Готово! Я не суп! Что? Я ем суп? Это что ж мы построили? У нас получилось предложение. А в конце предложения ставится точка. Я ем суп. Точка. Ну вот, я проголодался. Хочу суп. Садись за стол, строитель. Мы накормим тебя вкусным супом. Супом? Из брокколи. Спасибо. Вкусно пахнет. Держи, ложка. Спасибо. Как вкусно. Приятного аппетита. Тебе понравилось играть с нами? Ты тоже можешь собрать какое-нибудь предложение из кубиков с буквами или прямо сейчас посмотреть еще одну серию шоу «Давай почитаем». До новых встреч! Пока!